Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Сегодня предлагаю сделать вот такого милого тигренка игрушку новогоднюю. Елочное украшение, символ 2022 года. Кому интересно, оставайтесь, смотрите, делайте вместе со мной. Бумагу формата А4 складываем пополам. И еще раз пополам одну из частей. Нам понадобятся две узких полоски. Складываем бумагу гармошкой. Склеиваем детали между собой. Хорошо промазываем края нашей гармошечки клеем. И склеиваем, образуя полукруг. Прорисовываем коготки на полукругах. Из таких же кругов рисуем глазки. Вырезаем полуовал и на нем рисуем носики, усики. Два круга приклеим на бумагу оранжевого цвета и вырежем, образовывая оранжевый контур. Приклеиваем сначала носик, потом глазки. Смазываем клеем ушко и приклеиваем. Теперь приклеим лапки. Ну вот, тигренок готов. Осталось приклеить ниточку для того, чтобы можно было украсить ним елочку или любое другое место в вашем доме. Всем удачного наступающего Нового года, мира, любви, добра и крепкого здоровья. Всем пока-пока!